Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Хола-бола, ребята, я хочу вам кое-что это сделать тут. Как тоже так же можно пользоваться таким, как сбербанковскими картами. И еще там как снять и вложить. Ну, вы сами прекрасно помните, что это. Это вот сбербанковская карта, вот это моя, вот сбербанковская карта. Видите, она точно... Вот это Сбербанк. Оттуда вставляете вот так, и выдается, что... Снять или выводить эти деньги. Я буду в игру туда. На здесь Golden Mines туда вывести. Если я проверю там здесь. Получится здесь там заказать выплату. Я же на гнома но покупать буду. У меня 20 тысяч будет этого. 100 это рубли. Получается, что 20 тысяч золота. Что я могу на Яндекс выводить. И на Киви. А если не получится на Яндекс, я уже зарегистрировался. Пауэр. У меня есть сайт Пауэр. Я именно хочу проверить, как это все работает. И как можно выводить деньги оттуда. Войти. Авторизация. Да, все, вошел. У меня тут здесь остались вот такие вот. Для этих там пароль и логина. Пароль всех сайтов, которые я не буду забывать. А потом на эти я буду сохранять. Вот наш Пауэр, видите, это называется платежно-денежная система. А вот это мой счет, который надо пополнять. Пополнить, ввести. Я могу, значит, там перевести. А если не получится на Яндексе или на Киви, то я переведу, попрошу маму, чтобы потом... чтобы не были никакие там проблемы, там что-то. Да, это 7 октября, вертвица, текущей линии, снятие это составление $2000 США в день. Ну и зачем это мне? Эти $2000 США, ну мне это не надо. По-моему, я уже и так поздно зарегистрировался. Здесь там перевести можно на какую-то здесь, там можно перевести на эту...
на банковскую карту. Выберите шаблон. Шаблона нет. Номер карты. Минимальная затратизация российских банков. Дальше у нас есть Яндекс.Деньги. Перевод средств на Яндекс.Деньги. Так, в общем, я подхожу сюда на этот, здесь, на Сбербанк, и вложу эти деньги. А из... пополняю здесь на этот Eagle Golden Mines от Ру. У меня уже там рудники занимаются эти гномы. Да вот, малыш, 2367 и студента 21421. А этот зеленый 5959. Так. Но я могу купить хотя бы вот этого студента. А спецы не могу, потому что мне студента надо 200 этих там. Которые я с вами об этом говорил, а в начале этого видео, дружище. Помните это видео, которое я сейчас ролики эти снимаю сейчас? Вот так вот, я должен сходить туда, в этот Сбербанк, ставить карту, ввести пин-код, потом это. Пополните эти, на карту, на эти деньги, потом на Яндекс.Деньги. Ну, у меня там номер телефона уже привязан к этому. Так что, давайте, я пошел. Вот там, видите, здесь находится там Сбербанк. Вот там я сейчас пойду и вложу сюда эти деньги. 100 рублей. То есть я не буду туда-сюда, вокруг туда-сюда, потому что видеокамеры могут засечь. Извините, то что... Ну, точно, будь здоров. Да что ж, 3 раза чихнул. И подписчики. В общем... Иду туда Сбербанк, а потом, значит, вкладываю эти деньги сюда на карту и перевожу на Яндекс. Оттуда из Яндекса эти гномов покупаю. Где-то 2000 студент стоит. Так что давайте. Так, все, сначала вложил там эти 100 рублей. Ну и затем вот там Сбербанк я вложил специально 100 рублей. А как только появился там... 13 там чем-то. Я и не проверял с самого начала этого баланса. Там 100 прибавил и все. И получается, что 113 тысяч надо еще и добавить купюру 50 рублей. Вот я и добавил. Получается, что 163 этих рублей этого Сбербанка. И, ребята, ждите, я домой сейчас приду. Так, ребята, пришел домой, и сейчас будем там пополнять здесь вот этой. У меня уже 22 и 28 рублей. Мы должны пополнить и купить эти гномы этого студента. 20 тысяч золота должно быть через 100 этих рублей пополнения. Сейчас вот буду нажимать сюда. Так... Для пополнения кошельков, значит, там 100 рублей. Так. Так, не буду говорить, там какие-то обороты карты. Ну, вы сами понимаете прекрасно, что это как секретное. Что даже никто не должен знать, это будет как воровство. Так, введите код. Так. Нажимаем туда отправить. Так, готовлено, отправлено перевод. И смс-очка пришла. У нас уже там... 122 рубля. Было 101 у меня на карте.
Так. 62 рубля. Значит, у меня 62 рубля. Это было 163, а получать, а минус был 101. Это будет 62 рубля. Так, что ж, приступим к этому операции. Для пополнения этих Golded Mines. Так, теперь мы должны этой по покупке там для этих гномов там это пополнить. При пополнении вот 500 рублей в подарок этого фиолетового гнома. Я, пожалуй, пополню 100 рублей. Если у кого-то там не хватает гномов, то получайте ежедневный бонус там или еще что-то, или как, или пополняйте этот балл, эти деньги на эти гном, покупайте там золото. Так, Яндекс деньги. Так. Так, 113 надо оплатить. Так, вы платите физическое лицо. Так, это 112, значит. Это заплатить. 8.92. Было сначала эти там 122, а сейчас 8.92 рубля. Мелочи. Так. Вернемся мы пока на сайт. Ваш заказ успешно оплачен. Так, вернуться на сайт с продавца. Внимание, идет там проверка платежа. Не закрывайте эту страницу. Через 5 минут только быть там. Так, сейчас я пока зашел. У меня для покупок 1088 рублей, а для вывода 4219. Надо 800 пополнить туда на золото, и тогда уже можно и проверку сделать, как я тут заработал на эти Golden Mines. Это может не лохотрон или правда, но вы сами прекрасно понимаете, это не я создал этот сайт, они. И для чайных листьев, там я не создал там ничего. Это был там какие-то эти люди, эти администраторы, вот поэтому и создали этот сайт. Golden Mines и Gold Sian, и по всей игре создали, чтобы могли эти люди там что-то зарабатывать. Так. Так. Так, баланса пополнений 1000 для золота. У меня было 2000, а сейчас 1000 у меня пополнило. Переходим в рудник. Так. Уже ушло на 88, на этих там гномов студента ушло уже 5 штуки ушло. А сейчас как они будут работать? Полный капец, они уже даже 18, потом 20. Уже и зарабатывают. У меня было 19 студентов гномов. А сейчас уже 24.
Так, я пополнил эти деньги на эту карту, а потом перевел там на Яндекс. Что это суть? Сначала эта история была, что я туда, на эту банковскую карту сначала пополнил. Потом мы перевел на Golden Minds, чтобы я мог зарабатывать деньги. А может, я могу проверить на этой неделе. Может, это не лохотрон какой-то. А может, это и правда заработка. Здесь говорится о главном. Нанимайте гномов, они будут добывать руду. Руда будет накапливаться, относите ее на склад, перерабатывайте руду и получайте золото. Обменяйте золото на реальные деньги. Либо нанимайте больше гномов, чтобы они приносили вам еще прибыли. Так, ежедневный бонус я получил. Остается только одно, ждать и все. Так что, ребята, ставьте лайки, что я буду пополнять, что я пополнил эти 100, там, эти 100 рублей на 10 тысяч золота. Не пропускайте уведомления, но нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мое новое видео. И лучшее, и хорошее, и старое. Не пропускайте мое это видео. Также буду снимать дальше о колонке там. В этом экране буду снимать и выкладывать на свой канал. Так что вам всего хорошего. Не переживайте. Мы будем зарабатывать деньги, когда мы заработаем сразу. И мы там что-нибудь купим, что-нибудь там покушать, там что-то продукты. Так что ставим лайки за продукты, за этот Golden Mines. И давайте. Пока-пока.